Всем привет! Сегодня мы с вами готовим очень вкусный и необычный ужин. И я точно знаю, что такого рецепта вы еще не видели. Лук нарезаю полукольцами. Нарезаю мелко перчик. У меня красный и оранжевый. Шампиньоны нарезаю соломкой, чтобы удобнее было обжаривать. Теперь будем обжаривать фарш. У меня сегодня говяжий. Подходит также свиной или куриный. Фарш обжарился. Теперь я добавляю соль, тимьян, базилик, сушеную паприку и тмин. Все хорошо перемешиваем. Теперь добавляю лук, теперь сладкий перец и грибы. Теперь закрываем крышкой и тушим до готовности. Пока фарш с овощами тушится, мы приготовим соус. В сотейник я положила сметану и добавляю немного томатной пасты. Все пропорции, как всегда, будут внизу под видео. Добавляю немного воды и хорошо перемешиваю. К соусу я добавляю чеснок, сушеную паприку, перечную смесь, тимьян, базилик и тмин. Все хорошо перемешиваю и по вкусу добавляю еще немного соли. И теперь соус надо довести до кипения. Овощи готовы. Я теперь добавляю пару ложек сметаны. Перемешиваю и закрою крышкой и оставлю потушиться еще буквально на 1-2 минутки. Берем форму для запекания и на дно формы добавляем немного соуса. Ставим лайк и подписываемся, если вы этого еще не сделали. А теперь берем лаваш и промазываем соусом. Добавляем немного натертого сыра и фарш с овощами. Заворачиваем в рулетик. Рулетики поливаем соусом. Теперь посыпаем тертым сыром и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку минут на 15-20. Давайте скорее пробовать. Ребят, вот так. Блюдо получилось такое ароматное и к тому же очень оригинальное. Давайте будем готовить вместе, поэтому подключайтесь к нашему каналу, ставьте лайки и комментарии. Прошу к столу и приятного вам аппетита!